находимся в микрорайоне Рубленый. Здесь плохо пахнет. А источник этого запаха, и можете видеть в ручье, канализационный колодец. Мы не так далеко от Алексеевского оврага, он вот за теми деревьями. И местные это жители поясняют, что вот этот источник у них далеко не животворный, забил после того, когда была поднята проблема Алексеевского врага и вообще всего коллектора северо-западного района города. И начались работы по прочистке этого коллектора. Вот. Работы начались, а здесь забился источник и затопил всю улицу. Люди уже почти 2 месяца вынуждены жить с этим запахом, с этой мерзостью. Куда он уходит? В кусты. Ну и далее. И я так понимаю, что он как раз пройдет там за этими кустами водопропускную трубу под железнодорожной насыпью. И вольется в тот самый Алексеевский овраг, пополнив его лишними такими зловонными водами.